браслете, который сегодня я буду делать, я буду использовать три вида камней. 6 мм белый и 8 мм камень. Он называется Sparkle Beads. Он двойной цвет имеет. Сколько нужно? По 24 каждого камней. Дальше Farline цвет Smoke. Пуговица. И кожаный коричневый шнур у меня. Мне нужны средние 12 сантиметров, поэтому вот у меня здесь 12 сантиметров скотч, 12 сантиметров скотч. То есть вот такие концы я взяла немножко с запасом, потому что надо будет делать застежку. А середину 12 сантиметров мы будем использовать для плетения. Начинаю с двойного узла. Я разделила камни на 4 части. И каждая часть вот содержит 6-8 мм одного цвета, 6-8 мм другого цвета и 4-6 мм. Никакого узора здесь соблюдать я не буду. Просто хаос. Лучший узор. Поэтому какой камень на меня смотрит, тот я и беру. Как обычно, берем через первый, проходим. Теперь через него же. И на правую сторону. Так как этот камень у нас первый идет, то мне нужно его чуть-чуть лучше закрепить. А это значит, что я через него пройду еще раз. Через него под левую, через него под правую. И вот таким образом у нас получается где-то 15-16 камней. Все зависит от того, какой размер вы берете камней. 8 мм, значит меньшее количество. 6 мм, значит больше. Я рассчитываю на 12 сантиметров самого узора. Последняя бусина в этом ряду, ее тоже нужно пройти дважды. Один ряд готов. Теперь что я делаю? Беру, просто переворачиваю, чтобы идти в правую сторону. И добавляю рядом с ним еще одну. Приготовлен новый шнур, приготовлена новая порция камней. Только нить у нас выходит вот сюда. Это неправильно. Нам нужно ее вывести вот сюда. Поэтому входим еще раз. Угу. Я не могу левой рукой. Сюда. Берем первую бусину. И под правую. И теперь как будто мы начинаем с самого начала. Через бусину, через эту. Под левую. Через бусину. Под правую.
Все. Дальше продолжаем, как обычно. Следующее. Через бусину. Через бусину под правую. Я закончила плетение. Вот что у меня получилось. Вот эти вот бусины, они меняют цвет, поэтому две стороны смотрятся по-разному. Теперь нужно думать о застежке. Теперь застежка. Вот на одной стороне я поставила вот такую металлическую, через нее провела все-все-все проводки и сделала узел. Поэтому вот это у нас будет как петелька. Лишнее отрежу я. На второй стороне посередине среднюю я протянула через пуговицу, и сейчас я сделаю просто узел. Вот такой у меня браслет получился, но камера уже не передает тот цвет, который настоящий. Тут и фиолетовый, и розовый, и коричневый. В общем-то, ну, в общем, вот так вот, вот это вот получилось. Застежка обыкновенная с пуговицей. Вот так крепится. Ну и вот такой вот он получается. Так что если не боитесь потратить немножко своего времени, можно сделать вполне. Итак, удачи вам, всего хорошего, увидимся, пока.